Здравствуйте! Приветствую вас на видеоканале Доктор Скачко. В этом видео вы узнаете, как прожить один день на 0 рублей и получить дополнительные опции. А именно, можно одновременно очистить кишечник, несколько очистить организм, можно улучшить переваривание пищи и укрепить потенцию. И все это можно делать, если вы будете рекомендации диетолога Скачко выполнять правильно. Чтобы все эти опции получить, нужно, безусловно, к этому дню правильно подготовиться. И вечером, после захода солнца, это принципиальное условие, но за 1-1,5 часа до сна вам нужно съесть, обязательно нужно съесть тарелку правильно приготовленного борща. Что вам даст борщ на ночь? А это прекрасный источник жидкости, который будет снижать вязкость крови и снизит кардиологический риск, максимум которого в ночное время с часу до 3 ночи. Каждый раз, если вы ужинаете неправильно, вы рискуете. А справится ваш гипоталамус снизить вам вязкость крови до нужного предела, чтобы сердце работало без напряжения, либо нет. Когда вы утром просыпаетесь, нужно обязательно сделать второе движение тоже правильно. А именно, за час до рассвета нужно съесть тарелку борща. Что вам даст борщ на новый рабочий день? А он даст вам источник энергии. Борщ обязательно должен быть и в первом, и во втором случае постный. Иными словами, без птицы, без мяса, без рыбы, если вы умеете готовить борщ на рыбе. Только овощи, только фрукты, только вода, только зелень, только жир и все. И больше ничего. Иными словами, вегетарианский борщ поможет вам правильно начать этот день, на протяжении которого вы не будете тратить ни копейки ни на воду, ни на продукты питания. Потому что борщ утром даст вам и энергию, которая заложена в овощах, фруктах, зелени, в жирах. И воду, которая находится и в юшке борща, и собственно в овощах, во фруктах, в зелени. И для того, чтобы этот день прошел для вас максимально эффективно и продуктивно, вы должны снизить уровень физической активности до минимума. Иными словами, тратить энергию и воду максимально экономно. В этом случае у вас реально получится прожить один день и потратить 0 рублей. Очень подходит такой способ в летнюю жару. Мусульмане в свой месяц Рамадан также могут его использовать для того, чтобы сохранять свое здоровье. Овощи, которые находятся в борще, клетчатка, проходя по кишечнику, способствуют очищению кишечника. Более того, термически обработанная клетчатка, она способна на себя всасывать различные токсины, которые попали какими-то путями в ваш организм, но теперь борщ будет способствовать их удалению. Что еще вы получаете дополнительно? Безусловно, вы можете использовать разную зелень для получения дополнительных опций. Если вам нужно просто улучшить переваривание пищи, то горячий борщ, вы в него кладете зелень. Лучше укропа. Укроп – самое простое средство для улучшения работы пищеварительной системы. Конечно, если вы готовите борщ самостоятельно, то в конце приготовления желательно положить укроп. Если вам нужно повысить потенцию, не вопрос. В этом случае, чтобы повысить потенцию правильно, вместо укропа вы используете зелень петрушки. Она также поможет вам улучшить пищеварение, но и усилить мужскую силу. Тоже особенно это может дать вам вечерняя порция борща. Что можно еще получить? Небольшое снижение веса вы также получите. Но нужно не торопиться в этом вопросе. Чем больше уровень физической активности вы дадите, тем больше вес вы потеряете. Но это будет неправильная потеря веса. Будет потеря веса за счет воды. А вам-то нужно восстанавливать обменные процессы. И борщ может помочь вам сделать первый шаг в этом направлении. Конечно, летняя жара, если затянулась, то как прожить этот день вы знаете. А после этого я советовал бы вам перейти на борщевую диету. Такое видео на моем канале есть. Если у вас безопасный режим не отключен, вы видите ссылку на него. Если нет, найдете на моем видеоканале, чтобы вам было это проще. А, борщ пахнет вкусно. Просто глотая слюнку,
тороплюсь закончить это видео, чтобы в конце концов вот эта тарелка борща попала в организм. И все эти волшебные действия, о которых я рассказал, я их тоже получил. Ну а вам советую поступить, последовать моему примеру. Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать. С привычным подписчиком моих канала словами. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. А пока вы думаете, кому отправить ссылку на это видео, я думаю, что такой простой способ, как прожить один день на 0 рублей, или прожить один день на 0 гривен, или любой другой валюты, вы уже знаете. Поделитесь этим способом со своими друзьями. Я думаю, что они тоже будут не против улучшить свое здоровье таким приятным, вкусным способом. До новых встреч на моих видеоканалах «Доктор Скачко» и «Школа доктора Скачко» – это YouTube, а также «Школа доктора Скачко» в Instagram. Кстати, что делать, если вы хотите 3 дня прожить на 0 рублей? Продолжайте выполнять те же действия. И 7 дней можно прожить на 0 рублей, если вы будете после заката солнца и перед восходом солнца употреблять правильно приготовленный украинский борщ. Но если вы хотите 10 дней, 14 дней, 30 дней прожить на 0 рублей, в этом случае вам придется повторять это действие еще хотя бы один раз между этими двумя событиями и тоже в ночное время.